Меня зовут Джейсон. Я член профсоюза жестянщиков. Отмечать рабочее время каждый день достаю. Это больше, чем клуб. Это стиль и образ жизни. Таких непохожих друг на друга людей. Каждый из нас что-то привносит. Будь то новые идеи, работы по мотору или по краске. Которых объединило. Получилось отлично. Даже лучше, чем я представлял. Общая страсть. Мы скорее братство, чем мотоклуб. Свобода — это когда мы с ребятами на дороге или строим байки, или зависаем где-нибудь. Свобода — вот ради чего 10 лет назад мы основали клуб «Душ Ларуш». «Священная сталь». По будням в 20:00. Премьера. Только на «Авто-24».